Все, мы уезжаем, выезжаем, дом сдали, едой затарились, и теперь нам нужно ехать целые сутки. Надеюсь, мы скоро-скоро уже вернемся сюда. Доброе утро! Мы уже проснулись, позавтракали. У нас сегодня хорошая погода. На улице солнышко. Я тут пью кофе. Дети играют с кошкой. Аминка спит. Смотрите, какая у меня доченька. Сама сделала тесто на блины. Сама готовит блинчики. Старается. Начала вот с таких вот. Тут были небольшие блинчики. Это вот Амир уже слушал. А это вот, ну вот, один. Папа сказал, что из картошки можно, да? Вот видите? Блинчики большие. И огурец обязательно. Такая вот она у нас. Умница. Мам, если хочешь, попробуй. Все сама, мам, все сама. Давай попробуем. Очень вкусные. Переворачивай. Прямо вообще четкие. Горжусь, Амин, тобой. Ты у меня умница. Паре щипчук надо. Давай помогу. Чуть-чуть, когда переворачиваешь, так пчум, резко. Вот такая у меня умница. Такие блинчики, сейчас попробую. Очень вкусно. Все, что у нее получилось. Но блинчики очень вкусные. Дочь, ты у меня умница. Я тобой горжусь. Ты собой гордишься? Умница. Все, мы уезжаем, выезжаем, дом сдали, едой затарились, и теперь нам нужно ехать целые сутки. Мама, а давай в кухонном окнечко поиграем? Нет, не хочу. Надеюсь, мы скоро-скоро уже вернемся сюда. Забиты петухом. Чего тебе надо? Сейчас Давид ее соберет и даст. Едем мы. Скоро будем проезжать уже Краснодар. Но мы не по самому Краснодару, мы будем объезжать его по окружной дороге. Так буду понемногу выходить. Показывать, где мы едем. У нас закат. Да, видненько так. Грязное, конечно, да, но видно. Смотрите, мы купили кофе, и тут Jingle Bells. Так вот так вот. Красивенький стаканчик. Такой он. Еще пупырчатый. Приятненький, сразу создается новогодняя атмосфера. Вот, а мы едем, уже едем, сколько, 4,5 часа. Подъезжаем мы к Ростову-на-Дону. Давидечка, сыночек, ну-ка отойди. Давидечка у нас уже уснул, я его вот так вот обложила, чтобы ему нигде не дуло. Амина там лежит, играет в PlayStation. А Мирчик в телефоне. Вот, пока Давидик спит, я тоже свой телефон поставлю на зарядку. И будем двигаться дальше. И небо, кстати, здесь вот. Смотрите. Тучек нету. Класс. Ну, там вот есть, конечно. А вот тут нету. Уже вечер. Давидечка, нарушитель, сидит здесь с нами.
впереди. Время у нас без 10:07. Едем мы, ну, еще недалеко. Отъехали от Ростова-на-Дону. Так что там до Москвы 994 километра. До Москвы 10 часов, грубо говоря. Если все хорошо. Ау-ау. А Мирчик у нас спит. Пока едем, попозже, наверное, через полтора, около 9, в общем, остановимся, покушаем, разложим сзади, подготовим детям ко сну и поедем дальше. Вот. Включусь попозже, возможно. А может нет, может утром. Прилетел. У нас уже ночь. Была последняя остановка на заправке. Ну, последняя остановка именно вот за сегодня, да. На остановке мы покушали, заправили машину, сходили все в туалет, припасли спальные места детям. Амина с Амирчиком играют в телефоны. Давидик у нас уже уснул. Вот. До Москвы у нас еще... А, вот до Воронежа 258 километров. Ну, до Москвы сколько? Ну, где-то, наверное, 700 километров, я думаю. А, да, там 764 вроде, или что-то такое было написано. В общем... Еще нормально до Москвы ехать. Вот едем. Пати. 763 километра вот до Москвы. Я была почти права на километр. Я просто там видела, но моментально увидела, моментально забыла, моментально вспомнила. Вот. Все. Мы едем. Все хорошо. Мы в Ярославле. Нас в Ярославле встречает солнышко. Вокруг шум, я очень хорошая погода. Мы сейчас едем до мамы, возьмем ключи от дома и поедем домой. Мы все очень рады, счастливы. Едем в нашу квартиру. Я видишь, протирал, нифига не вижу. Брали мы все посылки, пришли домой. Сейчас сделаю быстренький обзорчик. Здесь Аминин костюм для танцев, для выступления. Заказывала я его из Китая, но через Озон. Забирала на почте. В общем, посмотрела я уже качество. Он очень классный. Сейчас начнем с него. Тут вот пакет в пакете. И вот здесь вот идет кофточка такая. Штанишки идут. Сейчас Амина это все будет мерить. Так, и... Аня, сделала, пожалуйста, вам бутылочку кашки. Там кашка за сахаром. И такой топик. Сейчас Амина это все переоденет, померит, дочиди мерит. Еще у меня там кофточка. Потом я еще покажу, да. Сначала это иди мерей. Давай, иди мерей. Так, пока Давидечка здесь. Давида, это твой подарок. Держи. Давиду мы купили вот такие вот зимние ботиночки. Ух ты, классно! Сейчас я померяю ему и вам покажу. В общем, такие вот ботинки. Они зимние, Томби. Здесь вот липучка одевается. Надеюсь, ему будет по размеру. Сейчас он не хочет мерить, потому что пошел ложиться спать. Да, потом померим. Пару взял себе стельки, ему надо поменять в эту обувь, в разную. Потом Аминина обувь,
тоже зимняя. Все так красивенько. Все. Амини взяли вот такие вот дутиками. Фирма как у Амирчика. Зимние. Вот такие вот они. Тоже прикольно. Еще какую-нибудь ей беленькую такую шапочку с ее розовой курточкой. Думаю, вот идеально такой вот по размеру. Посмотрите. Там примерит костюм, потом будет обувь мерить. Потом. Потом Амине дарили в школе сертификат в детский мир, да, на 300 рублей. Мы сегодня добавили еще. И она выбрала себе сама вот такую вот рубашку. Такую вот рубашечку. Вот стоит сейчас она по акции 700 рублей. 300 рублей добавили, и она вот купила. Будет тоже в ней ходить. По мере, да, покажу, как ей. И вот здесь вот я часть подарка заказала своей подружке. У нее скоро день рождения. Вот такой вот. Вот. Такой мама, вот наборчик. Смотри, мама. Вот. Вау, как он круто смотрится. Ну-ка, давай сюда поближе. Вот эти вот завязочки, они еще завязываются. Я их завяжу. Вот здесь штанишки опускаются. Блин, я рада. Я так боялась, что он придет какой-то не такой, потому что он из Китая. В общем, смотрите, в чем суть. В Валберисе ты такой костюм заказываешь за 4000. А я заказала с Китая за 1800, представляете? Штаны у него зеленые, а на камере синие. Нет, они не зеленые. Блин, они классные. Такого все классного качества. Ей прям ионный размер. Вообще вот супер, Амин. Это... Ну-ка, подними кофту. А под кофтой вот топик вот такой вот идет. А посмотри, какая кофта. Ага, класс. Супер, эти вот завязочки цепляются. Ну-ка, доченька, станцуй-ка вот так, по приколу что-нибудь. Ну, круто же. Класс, значит, тебе нравится? Ребята, я иду домой с работы. Мои уже приехали. Еще днем они в 11 часов они были в городе. Здесь так скользко. Вот они еще ко мне на работу заезжали. Я прямо довольна. Сейчас они меня дома уже ждут, по-любому. Прыгают, наверное, визжат, кричат. Сейчас, девочки, вы с ними тоже встретитесь. И мальчики тоже. Так, ну все, я выхожу. Ну что, ребята, затыкаем уши. Привет, любимых. А целовать ты меня будешь? Где ты бегаешь? Лера, да, там? Вот вторая красотка. Девчонки тоже в гости приехали. Кристинку. А Мирчик у нас уснул. Спит. Все, девочки, а представляете, я голубцы-то пересолила. Причем я сильно их пересолила, представляете? Блин, они вот еще холодные, но чувствуется соль, когда поразогреешь, там вообще одна соль. Перестаралась, видимо, не знаю, почему так получилось. Ну, не, я даже, если честно скажу, я когда фарш солила, я его не пробовала. Но когда уже голубцы варила, я водичку пробовала, водичка была нормальная. А мясо, по ходу дела, было пересоленное. Вот, сейчас буду пить кофеечку. Девчонки тут за столом сидят, тут уже все. Что у нас тут происходит? Все игрушки уже, как всегда, везде, повсюду, да, Давид? Да.